Нет, ну это хорошо, что сложно играть. И какой же гигантский нужен запас нервов на всю жизнь, друзья мои. Я вот уже за эти полчаса уже чуть в психопата не превратился. Ну реально. Не получается. Вон катер идет. Ну, с него начать, допустим. Так, ну вот этого надо Чубрика, Чубрика. Так, почти. Почти, блин. Блин, ну вот смотри, а. Почему он где угодно, кроме него? А у меня и патроны кончились. Замечательно вообще. Классно. Это что такое? Что это такое? Вот это что? За фугас. У снайперов еще патронов мало. Это у меня оглушение такое. Это оглушение. Так, ну. А, не, есть шансы. Давайте теперь спустимся за этим. За броником, и появятся шансы. Сейчас берем. Сейчас он должен пока что разблокировать нам вход. Два вертолета еще. Два вертолета. Ну да, потерпи, заканчиваю. Это на легком-то уровне. Ты представь, на легком уровне. Нет, ну главное просто тут соблюсти очередность и знать, как их сострунять, понимаешь? И не терять. Надо закрепиться на какой-то позиции. На какой-то позиции, откуда нас будет не достать. И оттуда спокойно действовать. И все. Больше ничего не нужно. Как еще-то? Да, не взял я броник, ладно. Так, этого хорошо. Этого сейчас мы тоже состуним. Это не вопрос как раз. Так, это нам не дают. Может быть, я теперь думаю, может быть, нам вообще отсюда зайти как-то. Вот отсюда. Как ты считаешь? Вот. Он висит, этот труп. Так. Ну, давай попробуем снайперку достать. Видишь, гуляет. А вот так и так гуляет. Невозможно. Почти, я почти его достал. Почти, почти, почти. В тот момент, когда он... В тот момент, когда проходит, видимо, так же точно плавает. Опа, опа, это хорошо. Стоп, 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 стоп. Блин, ну как мне убрать этот прицел грёбаный? Как мне убрать прицел? Почему я не убираю прицел? Бля. Блин, ну куда я упал-то? Блин, хорошо так все было. Я катер сумел сострунить. Как все хорошо было. Может, я так еще и выживу, подожди. Глянь-ка, да? А я ведь куда-то попал, значит, в катер, если так. Значит, куда-то попал. Ну, быстрее в здание. Готово. Ага. Я тут в лесу гуляю. Ой, ведь все как хорошо было-то, а? Почему я сюда упал? Объясните мне. И совершенно мне не до наслаждения природой в данных обстоятельствах. Ну, хотя, знаешь, а с чем черт не шутит? Давай опять спустимся, опять поднимемся. Может, это как раз то, что надо? Ну да, то, что надо. Это безусловно. Труба. Но. Надо узнать, как убирать этот прицел. Видишь, я прицел не мог убрать, и поэтому меня и подстрелили. Да ладно, спокойно. Да ничего не делать. Черт, ладно, давай. Давай возьмем бронежилет. И... Тебя засекли. В твоем направлении движутся
Отвалим. Это просто замечательно. Отваливаем, отваливаем, отваливаем.